Так, всем привет! Привет подписчикам и зрителям моего канала. Сегодня у меня вот в руках такая вот мина SM-320. Это инженерный боеприпас. SM расшифровывается как сигнальная мина. Транспортировочная заглушка. Это сигнальная мина натяжного действия. Предназначена для подачи звуковых сигналов, ну не только звуковых, звуковых и световых сигналов. Комплектуется мина таким вот взрывателем с предохранителем, стяжкой с карабином. В комплект входит сама мина и еще деревянный колышек. Но деревянного колышка нет, я его не взял. Есть три вида мины. Три вида покраски. Есть красная, зеленая и белая. Отличие в цвете светового сигнала. Это белый цвет, да, соответственно, красный и зеленый есть. Как устанавливается мина? Мина закапывается в землю по вот эту вот отметку. То есть глубже ее не надо закапывать. Или приматывается к цели, к дереву или к столбу. И, соответственно, потом уже устанавливается сам мув. Мув — это взрыватель такой. Устанавливается взрыватель. Сейчас он находится в транспортировочном виде. Сверху стоит такая транспортировочная чека. Для того, чтобы его взвести, надо вот эту транспортировочную чеку оттянуть. Так, оттягивается и вставляется туда боевой предохранитель. Вставляется туда боевой предохранитель. Сейчас его скрутим. Потому что мина настоящая, не будем ее рисковать. Может еще взорваться. Вставляется туда боевой предохранитель. За него цепляется карабин. Соответственно, вот эта вот проволочка идет в комплекте. Она цепляется там за деревянный колышек или еще за что-то. Вот, вот такой вот. Сейчас я его верну обратно в транспортировочное положение. Вот. Взрыватель 81 года. Это просто мув, есть еще мув 2 и мув 3. Так, так вот выглядит стреляная мина. Дальше на видео вы увидите, как она работает. Про мину все. Всем спасибо, ставим лайки и не забываем подписываться на канал.